Привет, друзья! Продолжаем вас знакомить с хроникой боев на Украине. На видео показан штурм российским подразделением при поддержке бронетехники опорного пункта украинской армии в районе Новой Михайловки. Видео сокращено, погибшие украинские солдаты закрыты. Как сообщается, украинская армия два дня после этого штурмовала опорный пункт, но вернуть его не смогла. Смотри слева! АГС! Гранаты кидай, давай, стреляй! Гранаты кидай! Граната! Слышишь, Вперед! Вперед! Где там Анил? Анил, вперед пошел! Давай, пошел! Ангол! Ползи! Давайся! Пулемет! Давайся или умрешь! Пулемет, иди сюда, сюда, гранаты, быстро! Быстро сюда! Все сюда! Все! Держи, держи! Контроль, контроль, стреляй! Держу! Туда, туда! Тут не пройти! Давай, давай, пошел! Пошел, не стой! Сколько вас? Давай, все, руки поднимай! Сколько вас, блядь? Сколько вас? Автомат забери, автомат забери! Мазов, пошли. Магазин сзади. А? Магазин сзади, пацаны, все. Я кидаю. Где еще яма? Вот она, все. Только впереди, все. Фонарик мне, быстро! Есть, есть! Люди есть тут! Слышишь? Давай! Быстро, быстро заходим! Где это? Заходи, заходи! Заходи! А? Заходи, заходи! А? Прячься! Прячься! Чисто, держим оборону. Держим туда. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.